Привет, я Лера, я опять номинация, третий раз. Сегодня у нас с вами битва за иммунитет, и мы будем делать ваш любимый стульчик. Кто последний, кто выстоит, того иммунитет. На этой неделе лучшим оказался Игорь Каган. В номинацию на вылет попали Теплова Яна, Бакеев Станислав, Дейкина Ирина и Кондратьева Валерия. Но в связи с тем, что Яна Теплова выиграла у нас иммунитет в битве, в номинацию попадает Анна Сахно. Все как обычно, опять полнедели плюса и потом опять минус вот сейчас. Я говорю, я ехал сюда с уверенностью, что будет либо так же, либо плюс. Ну, спасибо, побегал, лишь чуть-чуть минус. Очень обидно. Ну, кто-то три раза попадает в номинацию, кто-то один, кто-то, как я, два, да, получилось так. Ну, конечно, быть на протяжении там долгих недель проекта в лидерах и оказаться в номинации очень обидно. Это проект, это борьба, что скажешь? Ну... В этот раз я не знаю почему. Ну, точнее, я знаю, почему так получилось, потому что из-за стресса, из-за которого голосование было, вес стоял, не уходил. Когда голосование закончилось, меня спасли зрители, вес начал уходить. Вот 3-4 дня, вот эти последние до взвешивания. Ну, ребят становится все меньше, и показать хороший результат становится все сложнее. Эффективные средства от потоотделения. Выбери свой Dry Dry.